Илья Махмов, руководитель проекта «Задема». Я очень благодарен компании «Норникель» за то, что они помогли мне реализовать данный проект. Вперед, на свой взлет созадрет, набирает свой оборот, совершает долгожданный взлет. Вперед, вперед, своей цели пыши на гор, покоряет жизни простор. Ты и я волонтер, волонтер. Мы собрались по доброй воле, чтобы мир улыбкой наполнить светом, радужным светом. Единым мы делами, идем ты тоже с нами в путь, светлый путь. Друг, я твой друг, и ты мой друг. Вперед, нас волонтерство зовет, набирает свой оборот, совершает долгожданный взлет. Вперед, вперед, своей цели пиши нам гор, покоряя жизни простор. Ты и я волонтер, волонтер. Мы идем, не сдаемся, не плачем, впереди нас ждет удача. Мы вместе, едины сердцем. Всегда протянем руку, в беде поможем другу, поможем другу. Друг, я твой друг, и ты мой друг. Вперед, нас волонтерство зовет, набирает свой оборот, совершает долгожданный взлет. Вперед, вперед, своей цели пиши нам гор, покоряет жизни простор. Ты и я волонтер, волонтер. Хотим мы сделать этот мир немного добрее. Мы команда хороших и активных людей. Вперед! Нас волонтерство зовет, набирает свой оборот, совершает долгожданный взлет. Вперед! Вперед! К своей цели пиши нам гор, покоряет жизни простор. Ты и я волонтер, волонтер. Мне понравилось то, что мы собирали одежду, питание для того, чтобы отправить это все в приют «Дом хвостом» для бездомных животных. Покоряет жизни простор, ты и я волонтер, волонтер. Меня зовут Нелли. Я хожу в библиотеку уже с детства и участвую в разных мероприятиях. Когда меня пригласили участвовать в проекте «За дело», я, конечно же, согласилась, потому что это очень весело. Больше всего мне понравился мастер-класс. Он назывался «Декупаж свечи холодным способом». Мне он понравился, потому что я проводила его сама. Когда мы доделали свечки, мы подарили их людям. Общественная организация «Дети Великой Отечественной войны» является давним партнером Центра семейного чтения. Мы реализовали не один совместный проект. И вот как раз проект «За дело» был, скажем, крайним в этом нашем сотрудничестве. Я очень рада сказать, что проект интересен тем, что он направлен на волонтерство, он направлен на обратную связь между людьми и поколениями. И как раз этот проект, можно сказать, очень хорошо отражает то патриотическое воспитание, о котором мы так часто говорим. Я очень надеюсь, что на этом наше сотрудничество не закончится. Мы будем все новые и новые формы осваивать. А коронавирус как бы нас научил работать и дистанционно в этом проекте. Но в этом тоже что-то было очень необычное и новое. Поэтому новых успехов желаю Центру семейного чтения, библиотечной системе. Thank you.
мероприятиях участие. Когда предложили мне участвовать в проекте «За дело», было интересно поучаствовать, много взять интересной информации для себя, а также сделать для детей выставку автограф-карт спортсменов по зимним и летним видам спорта. Центра семейного чтения хочу поблагодарить всех наших волонтеров, и маленьких, и больших, всех, кто принимал участие в наших мероприятиях и событиях по проектной деятельности. Я так думаю, что проект завершен, но наши добрые дела совместные с нашими друзьями не заканчиваются, и мы будем продолжать встречаться в нашей библиотеке и работать на благо нашего города.